В общем, друзья, я вам хочу сказать, сейчас, секунду, хочу вам сказать, что в ближайшие 2 недели моих видосов не будет. Там по Модауту и по реальной жизни, вот. Потому что у меня кое-какая проблема. Нет, не из-за того, что у меня типа ломается что-то. У меня ничего не ломается, просто у меня почему-то этот... Короче, я вам сейчас скажу, вы, наверное, не поверите, но у меня теперь почему-то нет доступа к микрофону, и я не смогу говорить. Вот сейчас просто последний раз, когда я вам скажу, вот. Ребята, кстати, подписывайтесь на кабана, вот. Если проявите ему хорошую активность, тогда он будет снимать больше роликов. Вот, вы, наверное, хотите, чтобы я с ним снялся, но, к сожалению, не знаю, ребят, это надо с ним разговаривать уже, так что, ребят, давайте, вот как он решит, так и будет. А теперь, ребята, до новых встреч, короче, через 2 недели мы встретимся, а если хотите, давайте я вам покажу мои машины, буквально 2, ну вот и все, вот мой ник, ваш френд, вот мой ID. Записывайте, можете меня друзья добавлять. Я всех принимаю. У меня даже Славик Мерло какой-то есть. Вот заявок нет, я всех принял. Заблокированы это мои хейтеры, типа, ну, которые мне говорили плохое всякое. Ну и вот, друзья, и давайте все, встретимся через ближайшие 2 недели, ну или не ближайшие. Короче, всем пока, ребят.